Мы вместе должны дать будущее нашему государству и сделать так, чтобы люди здесь хотели жить, работать, растить детей и не боялись стареть. Мы вступили в новый, более сложный период для нашей страны. Позитивная международная конъюнктура уступила место финансово-экономическому кризису, который на фоне внутренних политических потрясений становится серьезным дестабилизирующим фактором для нашей страны. Поэтому недопущение изоляции и европейская модернизация страны – только это поможет нам решить самые сложные задачи экономического, социального и политического характера.